Если человек боится причащаться из общей чаши, опасаясь заболеть, как правильно объяснить, что при участии в этом таинстве не заразишься? Ну, вы знаете, если нет веры, что здесь действительно, потому что пока еще, вот ни разу я не слышал, никогда, что произошло какое-то заражение от причащения. Ни разу никогда не слышал. Но если просто нет даже этой веры, то скажите так, там же вино. Причастие – это же вино. И оно, если хотите, служит этим тем элементам, которые дезинфицируют, так что можете не беспокоиться. Вот так. Но если вы спрашиваете, как просто сказать, ну хотя бы так. Но никогда еще не было таких случаев.